Последний день Олимпиады определить чемпионов необходимо было бобслеистам. Россию представляли сразу три команды. В экипаже Александра Касьянова участвовал и житель Нефтекамска Эльвир Хузин. Эта четверка успешно обошла своих конкурентов в трех заездах. В финале экипаж Касьянова развил скорость до 137,6 км в час, но уступил своим американским соперникам 0,03 секунды и оказался на четвертом месте. В телефонном разговоре Эльвир был немногословен, но признался, что будет рад выступить и на следующей зимней Олимпиаде. Ты сам выступлением команды, в которой ты участвовал, доволен? Ну, вы смотрели соревнования сами? Да, смотрела. Ну, я думаю, там все понятно. Ну, хотелось бы, конечно, чуть-чуть, 3 соточки. Можно было, конечно, где-нибудь их урвать и залезть в призы. Спасибо всем, кто болел, всем, кто переживал.